Здорово, шофера! Мы продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2. И в этом ролике мы прокатимся по карте города Энгельс на троллейбусе ZU-682G-012-99 года выпуска. Наконец-то у нас зимушка, зима, легонький морозец, снежок лежит и даже приморозило у нас асфальт. Чё-то газелька встала. Я понимаю, что в Энгельсе сейчас, конечно же, еще тепло на момент конца ноября, там сейчас где-то плюс 2 градуса, ну, короче, тепло, да. А у меня уже вовсю снежок и морозец уже подударил. Вот такой у нас сегодня красавец, конечно, тут его обозреть не очень удобно, мы так стоим здесь. Достаточно узенько у нас тут все, но ладно, мы его рассмотрим поближе, когда подъедем на остановку, собственно говоря. Давно не было троллейбусов, хотя у нас было, по-моему, два или три, нет, два, по-моему, ролика было на троллейбусах. Вот, давайте не будем терять время и штанги поднимем, с характерным звуком они поднимаются. Здесь, конечно же, отвязывать ничего не надо, как в жизни. Вот так вот у нас выглядит, синенький такой, я думаю, аутентичненько, всем этот троллейбус до боли знаком. Итак, друзья, мы за рулем данного троллейбуса, ну, давайте его запускать. Я, конечно, далеко не профи в троллейбусах, я вообще в этом очень мало шарю. Так, вот у нас заработало что-то. Тут у нас, так, подожди, трекер отключу, а то неудобно назад поворачиваться. Включаем все трансформаторы, компрессоры, наверное. Но в целом здесь как бы все упрощено, да нельзя. Просто нажимаешь, как в обычном автобусе, буковку Е, буковку М, он у тебя заводится. И ты включаешь передачу через тормоз, да. Тормоз зажал, передачку и поехал. Здесь все просто. Не как на том троллейбусе, на котором мы с вами в одном из роликов катались, где нужно было все вот эти, да, автоматы, компрессоры запускать самому. Здесь такого нет. Здесь как бы все упрощено, вот. В целом, как бы, все достаточно просто. Так, у нас где-то минус 3 градуса, но здесь, по-моему, тоже надо что-то включать. Вот компрессор, какой-то подсос, не знаю, что это такое. Я не троллейбусник, поэтому сильно не серчать на меня, да, но поругать можно, конечно, я не против критики, вот. Что вам хочу сказать еще? Колхоза здесь нет, никаких шторок. Форточка, только курить можно сидеть. Так, табличка у нас ставится сюда, если что. Что с табличками, какой был момент? Мне пришлось их немножко подкорректировать. Потому что здесь почему-то была на немецком. 76-й маршрут какой-то на немецком. Что-то я, короче, решил взять, залезть в PaintNet, да поменять это все дело. Теперь у нас и тут табличка четенькая. 14-й маршрут у нас сегодня. И здесь у нас четкая картиночка. Все супер-пупер. Так, наконец-то у нас тронулись все эти машины. Вот тоже, кстати, да, ZU прет. Под трафик, да, конечно, нормальная моделька, само собой. Так, далее. Что у нас тут? Качается. 5 килограмм. Ну, надо... Ну, от 4, конечно. Ну, пусть будет. Пусть дальше накачивает. Кстати, а вот эти все приборы, они не работают. Вольтметр, да? Они здесь нет стрелок даже. Видишь, как? Тут все это дело. Нет даже стрелок. Дворнички работают, само собой. Так. Какая-то пимпочка нерабочая. Омывайка. Ну и тут три двери, собственно говоря. Что еще вам хотел показать? Ну, все троллейбусники сейчас, конечно же, смотрят и хохочут надо мной, потому что ты стиплый, что ты вообще, конечно, ничего не шаришь, ну да, само собой.
Это у нас, короче говоря, эта штука. Это коробка. Видишь? Оп. Так вот сделал. Первая. Так вот сделал. Задняя. Понял? Вот так вот. Вот так вот. Все придумано до нас. Нет, ну по качеству, да, конечно, безусловно, здесь все изумительно. Мне нравится потолок такой, как в советских троллейбусах был. Ну, он такой девственный, конечно, весь. Конечно, называется «Муха не еблась». Руль камазовский такой. Ну, качество, конечно, на высоте. Ну и дальше что значит? Давайте перейдем в салон. Тут у нас дверка открывается с физикой, даже прикольно. Первая камера у нас самый-самый зад. Площадка накопительная, огромная. Так, ну двери давайте покажу, как открываются. Вот они, вот они, вот они. Красивые. Ай, 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 как изумительно вообще. Я кайфую, блин. Люблю вот такую, вот такую технику, вот которая качественно сделана, блин. Где все проработано, где дверки друг об друга бьются. Сидушки, кстати, у нас какие-то обновленные, наверное, да? Так, ну и передняя у нас площадка. Угу, здесь у нас тоже... Ой-я, что за красота, на сетабы, личечки, все, пикалки, пожалуйста, акционерное общество, троллейбусный завод. Кстати, да, эти троллейбусы здесь в Энгельсе выпускались, на заводе ЗИУ. Ой, люки, все работает, ну-ка, свет, свет нас с салона включает, ну, с приборки, короче говоря. Что ж. Друзья, приступаем, наверное, к рейсу, и там мы уже с внешки более детально автобус, троллейбус рассмотрим. Так, мотнули времечко. Я сейчас подрубил передачку, и давайте попробуем тронуться. Не получается. Почему? Да потому что ручник, Димон, вот почему. Теперь я потихонечку трогаюсь. Троллейбус у нас большой, длинный. Так, закроемся от всех. Сегодня я не на оплате. Ну куда мне нафиг сегодня я? Так тут троллейбусом управляю, ничего себе. Начинаем мы от ленты. Собственно говоря, вот она и лента у нас, да, как видите. Подруливаем. Здесь также у нас и 8-й маршрут ходит. Но я сегодня решил... почему-то 14-й. Да, я понимаю, что уже я не первый, кто этот троллейбус смотрит. Но захотелось мне, ребят, честно, захотелось. Вот увидел, давненько он уже вышел, конечно, этот троллейбус. Да и карта тоже вышла. Еще когда-то, наверное, летом. Вот, ну давайте троллейбус рассмотрим, а там уже поговорим о карте, о троллейбусе, что это вообще все из себя дело-то представляет. Значок ЗИУ у нас, блин, опять я как-то неудобно стою, так что нам его тут не рассмотреть. Ну, суперски выглядит, правда. Правда, все проработано, просто изумительно. Ссылочки, естественно, на скачивание троллейбуса и карты будут в описании. Так. Я пока закрою двери, чтобы у нас прогрев шел, потому что я отопитель не включил. У нас должно все греться, по сути. Кстати, гитара это тоже, наверное, камазовская стоит, как и руль. Так, никого у нас нету, поэтому можно уже будет сейчас стартовать. Сколько у нас получается? 35 минут у нас идет наш маршрут по времени. Ну, порядочно остановок, я вам скажу. Порядочно. Посмотрим мы на карту эту Энгельса. Почему я сделал зиму? Ну, во-первых, конечно же, да, я захотел зимней атмосферки какой-то прочувствовать. Так, что у нас? Вроде никого, да? Давайте, 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 наверное, сваливать отсюда, потому что, ну, правда, что мы тут будем полминуты? Погоды не сделают, сейчас пока втиснемся, а то все. Так, ручник, конечно же, снимаем. Сейчас мы попробуем отсюда выбраться. Я постараюсь максимально аккуратно двигаться. Так, ну трафик тупит, понятное дело. Выпусти меня, братан, на газельке. Выпусти, выпусти, блядь, выпусти. От урод. Зеркало тебе снесу, гад. Сигнальчик, ага, вот у нас дворник. Вот, да, во-первых, зимняя атмосфера захотелась уже.
Несмотря на то, что в Англии сейчас тепло, да, нереалистично, конечно. Так, что у нас? Поворотник заработал. Не торопимся, ползем. А, во-вторых, на этой карте, при всем моем уважении к автору, да, он и сам заявляет, что это его первый проект такой. Вот. Здесь немножко некрасиво смотрится отсутствие травы. Здесь ее как бы либо мало, либо ее вообще нет. Давай притопим немножко, то что совсем-то ползти. Вот, посему я как бы накатил зиму и по кайфу стало. Вот зимой, да, смотрится еще лучше, еще лучше. А следуем мы тем временем до завода металлоконструкций ЗМК, сокращенно. Так, подруливаем. Тихо, маленький. Остановочка, нейтралочку поставим. И открываем дверь. Сегодня я, конечно, да, машинист троллейбуса, блин. Так, ты заднюю открывал, скажи мне? Не открывал. Молодец. Так, дэшечка. Интересно это все вот так вот погрузиться в такую атмосферу старого такого троллейбуса, поуправлять ему. У нас 99-го года, он, кстати, моложе меня получается. Вот. Сделал этот троллейбус. Так, стой, поехали. Сделал этот троллейбус Мавит. Да. Я на группу Мавида оставлю ссылочку в описании, так что поддержите, подпишитесь. Парень сделал действительно качественный троллейбус. Он, конечно же, не стремился сделать его прям точь-в-точь похожим на реальный, но он похож, конечно. Я думаю, многие ездили на вот этих вот стареньких зиушках, троллейбусах. У меня в городе они тоже были. Я в ролике, на котором мы на Зиу тоже катались, я там рассказывал. Там только другая немножко была модель, насколько я помню. А, мы еще, кстати, по Люблину катались на троллейбусе. Да, был такой у нас ролик. Тормозим потихонечку. Здесь у нас как бы ступенчато, ну, в жизни, по крайней мере, на троллейбусе, там ступенчатый газ и ступенчатый тормоз, то есть у тебя есть. Ты чуть нажимаешь, у тебя одна скорость. Чуть больше нажимаешь, у тебя уже он едет быстрее. И ты можешь педаль отпускать газа. И тогда троллейбус как бы едет сам, грубо говоря. Вот такие, братья, пироги. Так, где у меня дворники? Давай чуть подчищать. Все-таки снежочек подваливает. ФПС здесь где-то около 30-ки, я выключу нафиг эту строчку, пусть у нас вот будет чисто следить за расписанием. Так, вон тоже у нас собрат, кстати, прет. Здоровенький. По-моему, тоже 14-й. Так. Аккуратненько. Стой, маленький. Ручничок, дашку, ну, даже нейтралку не буду ставить. Так, и открываем. Писал я сюда, кстати, пассажиров зимних, но они что-то не все зимние, конечно. Может, кто-то знает способ, как сделать, чтобы были пасеки чисто зимние. Вот прям, чтобы в зимней одежде были. Может, есть такой вариант. Потому что игра предусматривает зиму, но не предусматривает пассажиров в теплой одежде. Здесь только вот из аддонов, если брать пассажиров, они не все в теплой одежде. Как бы... Так, мы вроде нормально вписываемся. Звуки тоже шикарнейшие здесь. Ну, конечно, реализация троллейбуса как бы никакая, потому что штанги, да, они даже проводов не касаются, как видишь. Но, тем не менее, чисто так угореть можно, да, он и без проводов едет здесь. Ну, молодцы, ребята. Как бы придумали такую тему, что можно и на троллейбусе кататься. Это, конечно... Большие молодцы. Давайте теперь немножко о карте поговорим, пока мы здесь все равно будем сейчас вставать на светофор.
как я и сказал, она не является стопроцентной копией реального города, но приближена к реалу. Сделал сие чудо Project by Поволжье. Понятное дело, ссылочку ты знаешь, где искать, да? В описании все есть. Группа ВК, тоже подписаться обязательно, поддержать автора своей подпиской, скачать карту, и обо всех недочетах можно писать. Ребята помогут, подскажут, примут меры, так сказать, и если будет обновление, я думаю, какие-то косяки поправят, потому что косячки вот с трафиком, лично я заметил, они есть. И при установке карты, сразу же говорю, обязательно поставить два патча. То есть по ссылочке, по которой ты перейдешь, где именно будет написано «скачать карту», ты увидишь, там написано «скачать карту», ты зайдешь, там будет ссылка на ВК, на товар, как бы, ну, она, естественно, бесплатная, само собой, карта-то. Ты зайдешь, там увидишь патч 1.2, то есть качаешь карту, качаешь патч 1, патч 2, ставишь сначала карту, потом патч 1, потом патч 2, и у тебя все будет изумительно. Все будет работать, никаких там пустых мест быть не должно. В противном случае моя личка открыта, можешь мне писать. Личка ребят открыта, я думаю, тоже они подскажут, не обломаются, как бы. Все люди адекватные, все понимают. Вот. Доступно на этой карте 5 маршрутов. То есть тут есть маршрутное такси, это 3 маршрута, 32 маршрут. Вон ярмарка кирпичная у нас следует. Затем есть маршрут номер 200, так, ручник, номер 208, это ярмарка, поселок Пробуждение. Честно, не знаю, это реальные маршруты или тут немножко автор как бы подкорректировал под игру, да, придумал, может, какие-то другие названия. Честно, не скажу, потому что я не из Энгельса, вот, я далеко-далеко от Энгельса, и поэтому точно не подскажу. И 208А маршрут, это ярмарка поселок Новопушкинская. Как-нибудь, я думаю, мы с вами еще на эту карту вернемся и посмотрим не только троллейбусные маршруты, но и маршруты маршрутного такси. Нифига себе, как я зачитал плотненько. И два троллейбусных маршрута, это маршрут номер 8, гипермаркет Лента, завод Троллза. Вот. И 14 маршрут, гипермаркет Лента, УАО, завод металлоконструкции. Именно тот маршрут, по которому мы сейчас с вами и следуем. Так, притопим. Так, вот у нас идет опоздание, поэтому притопим. Пока трендишь, особо не разгонишься, чтобы не потеряться. Ну, вот такие вот, да, места есть, где как бы немножко как бы пустынно. Дома в землю втопленные. Вот. Это, конечно, некрасиво. О, дом, как у меня на районе, где я жил, вообще точь-в-точь копия. Копия, блин, этого дома. Офигеть, как похож. Тут какой-то у нас храм. Или церквушка. Так, мы тут все вписываемся. Ну, вот здесь прикольно сделано, что это. Что это такое? Так, тихо-тихо. Кто с Энгельса? Ну-ка, давайте-ка быстренько в комментариях настрочили. Похоже или нет на ваш город родной. Сколько я помню, он раньше назывался Покровск. Поэтому покровчане. Незамедлительно пишем в комментарии. Похоже или нет. Лазурный. Ну, вот здесь прикольно построено, интересно так. Так, ладно, топим. Местами, конечно, такие проплешины есть. Вот такие, когда смотришь куда-то вдаль, а там ничего нет. Но я, конечно, надеюсь, что автор все доработает. Доведет до ума. Еще более лучшая карта станет. Но прокатиться стоит, я рекомендую. Да, да, я рекомендую скачать, прокатиться. Потому что, видишь, вот так вот, вот здесь вот я смотрю, но мне все нравится. Но вот есть места, где мне прям категорически не нравится, как построено. С проплешинами, с какими-то некрасивыми, вот как вот там, да? Вот.
Продукты. Ну, троллейбус меня, конечно, прикалывает этот. Прям такой Советский Союз в наших руках. Вот мы прямо на наследии совка сейчас с вами катаемся. Кстати, эти троллейбусы производились с 1972 года по 2015 год. Ты представляешь, это 43 года разработки. Столько они живут. 43 года разрабатывали эти троллейбусы. А я даже ведь не знал, что они до 15-го года вплоть делались. Так. Почистимся. Кстати, не знаю, пачкается он или нет. Вот даже впереди у нас базик, он такой чумазенький. Так, девочки, 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 девочки. Девочки, давайте чуть сюда. Чтобы за нами тоже кто-нибудь мог встать. Так, ручник. Выпускаем, запускаем. Двигатель у нас здесь ДК-210А3. Коллекторный. Постоянного тока. Мощностью 110. 110 киловатт. Напруга у нас тут 600 ватт. Максимальная частота вращения 3900 оборотов в минуту. И максимальная пассажировместимость этого троллейбуса 125 человечков. 125 человечков. Жесть. Номинальная 91 человек. И 30 мест для сидения. Так, у нас там пасы как. Видишь, паскот опять какой-то кривой, потому что не все сидят. Я считаю, должны сидеть все. Ну, имеется в виду в троллейбусе, само собой. Ты, о чем ты подумал-то сразу, да? Ну, прикольно смотрится. Вот мы можем наконец-то рассмотреть его так вот как бы издалека. Ну, класс, класс, реально. Качество, покрасочки различные есть. Там какая-то московская покраска. Голубая с белым, как вот мы привыкли их в жизни видеть. Зеленая, оранжевая. Ну, у меня в городе, да, я рассказывал уже, какие у меня ходили в городе троллейбусы. Расписные там с рекламами, с какими-то с огнями, флеймами. Прикольно было за этим наблюдать. И кататься, конечно, на этих троллейбусах. Так, чего ты здесь? Пассажиров этих, пешеходов пропускаешь или что? Стой, стой, стой. Блин, прут и прут, ты понимаешь, а? Прут и прут. Не дают проехать. Смотри, сейчас еще пойдут. Жесть. Так, я объехать-то могу его как-нибудь, а? Все, никого, давай, поехали, ептать. Я понял. Мне вообще параллельно на этих... пешеходов вонючих. Я просто сделаю вот так и все. И разорву себе бочину на этом троллейбусе. Ну правда, блин, бесят такие моменты, когда так вот глупо настроено. Не нравится мне такое. Так что имейте в виду, кто будет качать, что эти моменты есть. Поехали. Мы опаздываем, поэтому топим. Не забываем подписываться на нашу группу ВК. Долбоеб, что ли?
мне, кто подписался, красавчик, а вот на дороге вот есть такие дебилы. Ну, мы, наверное, бы уже штанги там все разорвали в реальной жизни, хотя, ну, как бы, как я помню по тому времени, когда у нас ходили троллейбусы, они спокойно, по-моему, как-то выезжали, объезжали, если надо было, но, конечно, далеко не уедешь, но штанг хватало. Потому что, видишь, провода, они все равно ближе к центру, как бы смещены, и ты можешь, в принципе, какой-то объезд совершить. Вот, поэтому, да, не забываем подписываться на наш Телеграм, на нашу группу ВК. Обязательно все анонсы всегда о выходе новых роликов всегда заранее. Также скоро заведу Бусти, где будут ролики выходить раньше, за сутки раньше или даже больше, чем на Ютубе. То есть ты вот анонс видишь, да, ролика в группе ВК у меня или в Телеге, или где-то там подписывайся на Ютубе в сообществе, да. Ты видишь, что анонс, мол, завтра выходит ролик, я тебе анонсирую, ты такой, опа, ага. А видос хочется посмотреть, ты такой, так, что же мне сделать-то, блин, видос хочу посмотреть с Типлова, как мне поступить? Ты заходишь на Бусти, подписочка 50 рублей, залетаешь просто и смотришь видос, когда все посмотрят его только через сутки или даже больше. А ты спокойненько посмотрел, написал комментарий, сказал, вот Стиплыч красава, молодец, классный видос, вот тебе моя подписочка на Бусти, давай там копи на видюху себе на новую. И все, я рад, ты посмотрел, и я доволен. Вот. Ну, также на стримы не забываем заходить. Кстати, греется троллейбус. Мы сейчас различные игрушки стримим. Омси пока стримить не получается. Не провел я все тесты нужные по Омси, потому что Омси у нас на стримах, конечно, вела себя неадекватно. Блин, вылетала, зависала. Короче говоря, нервы дороже, но стримить Омси мне нравится, конечно. Это весело, угарно. Так что стримы по Омси тоже будут, пока мы катаем ETS-очку, SnowRunner глину месим там, отдыхаем тупо реально. American Truck у нас там карьера, мы там грузовичок себе купили, катаемся. Короче, заходи просто, поддерживай. Напиши свой коммент, зашел, написал, здорово, Димон, как твои дела? Правильно, правильно, все. Зашел, посидел, покайфовал, чай, кофе попил и погнал по своим делам. Я обычно так делаю, я что-то зайду на какой стрим, напишу там здоровенький булы и погнал своими делами занимаюсь. Стримчик у меня фоном идет, я там что-то надо мне спросить, поинтересоваться, пожалуйста, всегда написал коммент. Так, улица Рабочая, доску. Ну вот тупит трафик, а там пешеходы. Опять пешеходы в Ильиче. Но они бесконечные, реально, ну это бред какой-то, бляха-муха. Почему они бесконечные? Они там спавнятся, к тому же, видишь? Они там кто-то появляются, гады. Все, давай красные, давай, 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 нам надо ехать, давай красные, загорайся. Все, давай, 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 дядя, поехали. Некогда, некогда, время жмет. Ну и, кстати, да, вот кто катался в реальной жизни на троллейбусе, имеется в виду, кто работал, может быть, или довелось проехаться, там у кого-то, может, батька работал. Мама работала, может быть, потому что женщины тоже и на трамваях, и на троллейбусах работали. Напишите, как бы, да, похоже вот на реальный троллейбус в этой игре. И все вот это движение, физика там, да, кнопочки, вот все, как бы. Я буду рад услышать. Облако. Походу, свои объекты здесь имеются. Так, здесь немножко Фэпос нас покинул. Ну ничего, с фризами мы сейчас прорвемся, нормально все будет. Не переживай. Так, зеленого нам дали.
кстати, обзорность у него ПОВ настроен изумительно, как и камера в целом, то есть сидишь удобно, и ПОВ у него настроен, как бы все видно. Видишь, тут как будто нету вообще перегородок, как бы, правда, круто, видно все вообще, стекла большие, огромные, прям аквариум такой. Так, направо мы уходим. Здесь надо еще влезть аккуратно. А здесь, видишь, две контактные сети идут. Мне даже интересно дальше Мавит, что он сделает еще. Судя по вот этому автобусу, если судить, дальше будет что-то шикарное. Я надеюсь, Мавидыч красавчик вообще. Так, ручничок. Опять улица Рабочая у нас. Давай, Гургаз. Так, этих пропустим. Давайте, чешите. Смарт-сервис. Емикс, кстати. Запчасти никогда там не брал. А цены бывают там хорошие. Надо попробовать что-нибудь взять. Автомойка тут. Ничего себе прикол. Как настоящая прям, да? Там хоть и это фототекстура, но выглядит классно, согласись. Поиск. Ой, закрой. Это ж я поворотник выключал, он тут автоматически не выключается. Заправка, кстати, которая нам не нужна абсолютно. Опа, красиво, да, согласись. Че вот он бы мог проехать спокойно на желтом. Здесь мигающего зеленого походу нет. Почем, кстати, бензин-то? Нет, ничего не вижу. И так не вижу. Так, ну-ка. А, вон здесь видно. 100-й 49, 95-й 44. 92-й 40. Неплохо так. У нас дороже, конечно. На момент 2022 года, ноября месяца, конца ноября. О, Лада автосалон. Эх, сейчас бы новую Ладу Гранту купить. Без АБС и без подушек безопасности. Да, было бы классно, конечно. Скоро Лада будет без ремней, наверное, уже идти. Руль это будет доп. Опция, колеса доп. Опция. Сиденье доп. Опция. А так покупаешь голую машину, там тебе просто пенек деревянный. И то желательно со своим пеньком приходить. О, нифига там. Плотненько штырит. Так что вот, да, пенечек свой приносишь, веревочку, чтобы пристегнуться, потому что ремней нет. А так, доп. Опция, так и чего, куда мне? Мне типа прямо, типа туда, да? Ну да, понял тебя. Понял тебя. Уезжаю, пока никого нету. Тут прям контактная сеть такая. Сетка, я бы даже сказал.
И мы уходим как бы налево уже получается. Я взял все, перегородил, короче, такой молодец. Почему-то, кстати, скорый звук не слышно. Так, смотри, мне здесь надо вот как-то вот так вот сделать. У нас вынос морды большой, поэтому мы тут в целом вписываемся нормально. Так, остановка юбилейный. На Магэсе еще есть троллейбусные маршруты, поэтому можно туда запистонить этот троллейбус. И покататься на Могисе. Так, ты сейчас не то сделал, потому что смотрите, на передние двери две закрыть. Вот так. Мы опаздываем жестоко причем. Ну и хер с ним. Надеюсь, без выговора занесения в лишнюю дырку. Так, мы прямо. Одни газели. Кстати, давно на газели мы не катались. Можно будет на газельке прокатиться. Как у тебя в городе вообще ходят газели, нет? У меня газели уже давно нет. У нас и пазики хотят переводить на метан полностью. Так, давай посмотрим, что нам осталось. 15 минут. Где-то 15 минут у нас сейчас дом. Ну да, полпути мы сделали. Ну, хз, конечно, нагоним ли мы. Вряд ли. Сомневаюсь, что мы нагоним время. Сомневаюсь. Ну попробуем. Где-то притопим, вот как здесь. Ага, смотри, я разобрался. Ты нажимаешь один раз газ, выжимаешь, ну вот как я на педалях, да? Газ я выжимаю один раз. У меня едет он медленно. Я отпускаю газ и нажимаю еще раз, и он едет быстрее. То есть как вторая скорость, что ли, у него включается. Как второе дыхание, блин, у человека. Переезд. Так. Бесит, когда пасы выходят на дорогу. Вообще терпеть это не могу, хочется по рылу настучать. Вот я отпускаю, газ даю. Так, сейчас газелью мы тут пишемся, походу. Переезд, ведь правда переезд. Так, аккуратно. И газу до отказа вообще, на всех ложим болт. Пускай еще раз жму. И он как будто полетел шустрее, понимаешь? Есть уже заправка Лукойл на английском написано. Ну, я тебе хочу сказать, неплохо он набирает для советского автобуса. Правда, прогревается в салоне долго. Может, что-то надо еще включить здесь. Для более быстрого прогрева. Эй, ты, да, ты. Шел нахуй. Хе-хе-хе-хе-хе. Поехали, брат. Как
Короче, как это правильно называется, напиши в комментариях, если ты шаришь за троллейбусы. А как оно там правильно называется, когда вот эти вот ходы педалей. Чистим, газуем. Мы едем 50, ощущение, что мы едем 90. Звуки вообще все ревет. Просто вау, вот оно. РОВД. Минутку нагнали. Кстати, Энгельс еще есть в ЕТС-ке на карте Русмап. По-моему, на Русмапе. По-моему, на Русмапе есть. Мы там бывали, проезжали. У меня даже видос где-то есть. Я там на Дафе катался, короче говоря. Я там город Энгельс проезжал. Вот этот памятник с бычком, вот с этим вот, да? Был такой момент у нас. Да, скользко, слушай, тормозить. Дай-ка я ручник впендюхаю, чтобы я не укатился просто-напросто. Да, Омси, конечно, подкупает она вот своей атмосферой, вот это вот зима, осень там, да. Так. Смотри, нагоняет потихоньку. Нам надо выиграть минуту, короче, времени, и все будет четко. 2 минуты это не отставание, это так. Так, еще чуть-чуть, и мы впишемся прямо. Мне нравится, что зеркало, оно вот как бы в лобовом стекле, его видно. Это удобно. Мне нравится, когда так. Не где-то там оно, хрен знает где. Так, чистимся. АвтоВАЗ. Скоро мы приедем, кстати. Это у нас уже предпоследняя остановка. Ну, слушай, я что хочу сказать. Вот трафик, да, был момент, он затупил, но когда я эту карту тестил, у меня было гораздо хуже в моментах, когда трафик просто вставал и не мог разъехаться. Но пока что нам за 20 минут повезло. Только один момент у нас случился, и то объехать можно было.
Лучник такой пошарканный, прикольно. Облезлый. И здесь в плане указателей мне понравилось, что здесь все указатели четкие. То есть всегда понятно, куда тебе ехать. Ну, слушай, он... Да нет, он вообще не запачкался абсолютно. Но умывайка никуда не прыскает, кстати. Да, слушай, мы даже нагнали время, плюс-минус 1,5 минуты, это вообще не считается. Ну, воет очень жестко, конечно, когда он разгоняется. Сколько, мы сегодня даже с тобой больше 60, то, наверное, и не ехали. Ну, скользко так-то, опасно, конечно, топить. Так, и у нас остается минутка, грубо говоря. Так что подводим итоги. Троллейбус шикарнейший, изумительный, качественно сделан. Надеюсь, мы какие-то увидим еще более интересные раскраски, там какие-то рекламные, возможно. Вот, кстати, у нас тут и гербы пошли различные. Статуи, памятники и так далее. И вот наша конечная остановка ЗМК. Так. Все, выпускаем остальных. Так, а где-то есть отстойник или что-то такое? Ну давай чуть-чуть. Нет, все, пожалуй, здесь мы закончим. Спасибо всем большое за просмотр. Не забываем про лайк, комментарий обязательно. Кто досмотрел до конца, пишем в комментах, ЗМК. Это будет кодовое слово тех, кто досмотрел до конца. Всем огромнейшей удачи, всем счастливо, всего доброго, мирного неба над головой и всем покедова.